Привет, ребята, меня зовут Алексей, и сейчас я объявлю победителя конкурса, который проходил на сайте pindosia.com. Ну, на мой взгляд, победил пользователь под ником Анатолий Айларов. Он, надеюсь, правильно произнес, он написал такой большой стих. Я считаю, что он заслуживает вот этого вот брелка, которого я купил в Майами. Вот. Так что просьба остальных не расстраиваться. Вы, если вы зайдете, посмотрите его комментарий, я думаю, у вас ни у кого сомнений не будет, что это самый прикольный комментарий. Но как бы видео продолжается, а соответственно, значит, есть еще что-то. Что еще есть? А есть еще второй приз, о котором я не говорил, но решил его выдать пользователю под ником Родя, потому что этот комментарий не мог я пройти мимо. Сейчас я вам его зачитаю. В общем, парень из Белоруссии, крик души. Родя пишет: «Пожертвуй, плиз, брелком для меня и для всей Белоруссии. Мы сейчас очень бедные, у нас нехватка доллара. За доллар люди готовы убить. Один доллар стоит 5-7 тысяч белорусских рублей или 55-75 русских рублей. Наш батька разоряет нас, пожертвуй брелком на память». Ну, Белоруссия, братский народ. Тем более, этот брелок, я так понимаю, идет не одному, а целому белорусскому народу, поэтому я вот еще вот такой вот второй брелок отошлю в Белоруссию. Тут, правда, немножко он с двух сторон одинаковый. Тут эти, как их слова, слово нехорошее написано. Но так как это для всей Белоруссии, и Родя честный парень, он поделит на всех, там сколько их, 10 миллионов, так я думаю, тогда слово этого не будет видно. Так что, в общем, два победителя у нас получилось. Так что, ребят, остальные, кто не выиграл, не расстраивайтесь, потому что еще будет много конкурсов на сайте pindosia.com. Вот, так что заходите на наш сайт почаще, проверяйте. Вот, всегда что-то будет интересное. А победителям прошу написать мне на support@pindosia.com. support@pindosia.com, и где, значит, написать свое имя, фамилия, адрес с индексом, и вы в течение там 2 недель получите свои брелки. Ну все, всем пока.